Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Джен Синцеро «Ниной. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и поднажать на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Разрешите себе быть богатым. Что бы ни говорили в похвалу бедности, факт остается фактом. Невозможно жить по-настоящему полноценной или успешной жизнью, не будучи богатым. Создавайте свою реальность. Наши реальности выдуманы. Мы чувствуем то, во что заставляем себя верить. Факт номер три. Деньги не зло, а энергия. В отличие от принятого мнения, деньги сами по себе не плохие и не хорошие. Они не друг и не враг, они не грязны и не чисты. Поймите, зачем вам деньги. За деньгами должен стоять смысл. Поскольку деньги сами по себе всего лишь горстка бумажек и монет, вы должны четко понимать, зачем они вам. Факт номер пять. Освойте силу мысли. Мы можем думать, что хотим, и осознавать, что мысли создают финансовую реальность. Если вы думаете о вещи, скоро она будет в ваших руках. Будьте благодарны. Вы никогда не увидите светлую сторону жизни в темных очках жертвы, но благодарность вытягивает вас из петли низости, показывает новые возможности и освобождает вас. Фокусируйтесь на главном. Одно из страшнейших препятствий на пути к успеху – это отказ от фокусировки и деления времени. Придерживайтесь плана, пока не достигнете цели. Восьмой факт. Создайте правильное окружение. Наше окружение формирует в нас все, начиная от привычки пить и заканчивая финансовой ситуацией и внешностью. Будьте решительным. Когда мы фокусируемся на деньгах, а не на работе в режиме 24/7, а еще знаем, что хотим, мы открываем дверь для новых свобод. Десятый факт. Будьте целеустремленным. Многие богатые люди говорят, что обязаны успехом целеустремленности. Никто не достигает высот, не пройдя огонь, воду и медные трубы. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Ниной» и подкаст с детальным разбором книги. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, читайте книги вместе с «Читай быстро».